Всем привет! Меня зовут Горьков Ярослав, я являюсь руководителем детских сборов в школе плавания «Свимрокер». Мы знаем, как вашему ребенку весело и продуктивно провести каникулы. В первой части ролика мы расскажем о том, как проходят наши детские сборы, а во второй части поделимся анонсом детских сборов на 2025 год. Заранее скажу, что ссылка на весь календарь будет закреплена в описании в шапке видео. Мы подготовили календарь сборов на весь следующий год, для того, чтобы вы могли заблаговременно спланировать досуг своему ребенку, а также свой собственный отпуск. Сборы Swimrocket Kids – это организованный выезд для детей от 6 до 16 лет, где мы продуктивно тренируемся, и каждый ребенок получает нормированную нагрузку в зависимости от его уровня подготовленности. Также мы организовываем разнообразный досуг для наших детей, для того, чтобы ученики разных возрастов могли классно и продуктивно провести время и хорошо повеселиться. Программа готовится на каждый сбор отдельно, для того, чтобы сохранять интерес детей на каждой смене наших сборов. Наша команда знает, как создать здоровую атмосферу для социализации детей и поиска новых друзей, не забывая при этом о тренировочном процессе и безопасности. В тренировочный процесс входят тренировки в бассейне, тренировки на суше, тестирование, которое проходит в первый и в последний день сбора, также игровые тренировки, общая физическая подготовка, лечебная физическая культура, а также тренировки, нацеленные на улучшение осанки и упражнения из нейрогимнастики. Тренируясь на суше и воде, мы делим детей на подгруппы для того, чтобы каждый ребенок получал нужную нагрузку, соответствующую его уровню подготовленности. Особое внимание мы уделяем дисциплине и психоэмоциональному состоянию детей. Мы знаем золотую середину между обеспечением безопасности, строгостью и заботой о детях. На сборах работает команда квалифицированного тренерского состава Swimrocket Kids. Из расчета один взрослый педагог не более чем на 8 детей. Это позволяет разбить детей на группы для того, чтобы дать каждому ребенку нужную нагрузку и индивидуальное внимание. Мы знаем, как мотивировать детей быть чистоплотными, а также прибиваем ритуалы и этикета внутри коллектива, за что получаем большое количество положительных отзывов от наших уважаемых родителей. Мы выдаем телефоны всего на час в день, и, как показывает опыт, уже на третий день разговоры с родителями сводятся к минимуму. Свободное от тренировок и бытовых моментов время мы развиваемся творчески, проходим викторины, участвуем в разных квестах, смотрим кино, веселимся на дискотеках, организовываем разные тематические вечера. Каждый участник нашего сбора получает стартовый пакет, в который входит мерч и подарочная грамота за участие и прохождение сбора. И также без подарков не остановятся дети, которые выигрывают в конкурсе за самые чистые номера. Мы выбираем проверенные базы, которые соответствуют всем нормам для грамотного и продуктивного тренировочного процесса, а также хорошего отдыха и классных проведений мероприятий. Также все наши базы оснащены медицинским персоналом, а также наш тренерский состав имеет полную аптечку. Но перед использованием мы обязательно вас оповестим. Друзья, а перед тем, как продолжить, приглашаю вас в Swimgards, чтобы поучаствовать в наших соревнованиях по плаванию гонки ракет в тематике Гарри Поттера. Это заплывы для взрослых и детей абсолютно любого уровня. Проверьте, магл вы или настоящий пловец-волшебник. Есть дистанции на 50, 100, 400 и 800 метров, после которых вы получаете медали, волшебные подарки и фотокарточки вашего заплыва. Поезд отправляется 8 декабря с платформы Акватория ЗИЛ, а получить билет можно на нашем сайте. Оставляйте заявку и ждите сову. Ну а мы продолжаем. Итак, а какие же сборы ждут нас в 2025 году и в чем их уникальность? Перед началом хочу напомнить, что при раннем бронировании, а также при покупке нескольких сборов вас ждет специальная цена. А все подробности на нашем сайте, ссылка будет висеть в описании, также вы можете узнать это у своих кураторов. Первый сбор пройдет со 2 по 8 января под Звенигородом. Мы выбрали эту базу, потому что она удобна своей логистикой. Каждый корпус соединен туннельчиками, и при переходе из бассейна в столовую или до корпуса нам не придется переодеваться в зимнюю одежду. А также огражденная большая территория позволит нам комфортно и весело провести время на улице. Ну и, конечно же, большим плюсом для многих будет то, что эта база находится непосредственно вблизи от города Москвы. С 23 по 29 марта и с 6 по 12 апреля мы поедем на новую базу в Искру. Она находится также вблизи Москвы в Одинцовском районе. Нас будет ждать красивый 25-метровый бассейн с тумбами, питание по системе «Шведский стол», а также комфортные номера. Все это позволит нам классно и продуктивно провести весенние каникулы. На майские праздники у нас пройдет сразу несколько сборов. Первый из этих сборов будет проходить в две смены в Подмосковье в Яхраме.
с 27 апреля по 4 мая, с 4 мая по 10. Яхрома – излюбленная нами база. Она оснащена всем необходимым для того, чтобы комфортно тренироваться и проживать. Тренировки по плаванию будут проходить в большом 50-метровом олимпийском бассейне. Все ученики, которые ездили на этот сбор, улучшили свои результаты. Ну а жить мы будем в зимнем горнолыжном курорте в отеле «Волен». А также на майские праздники с 4 по 10 мы поедем в Питер. Нас ждет увлекательная культурная программа, тренировки в открытом бассейне с подогревом. А жить мы будем в спортивном районе на берегу Грибного канала в парк-отеле «Крестовский». Летом, начиная с 26 мая, у нас пройдут 5 смен в Яхроме. Мы выбрали эту базу в связи с высоким спросом именно на этот сбор. Абсолютно любой ребенок может принять участие как в одной смене, так и во всех 5. Заверяю, что ни одна смена не будет похожа на другую. А также на этот сбор мы традиционно ждем наших друзей со всей России и ближайшего зарубежья. С 3 по 16 июля мы отправляемся на сборы на море в Анапу. Помимо нашей насыщенной тренировочно-развлекательной программы, нас ждут гуляния на пляже и купание в море. Мы уделяем особое внимание безопасности при выходе детей на море. Каждый ребенок будет находиться под чутким присмотром наших педагогов. И завершаем лето мы 5 сменами в августе. Мы снова поедем на нашу любимую базу в Яхроме. Уникальность каждой смены и сногсшибательные закаты помогут классно завершить это лето. Осенью 2025 года мы сделаем 2 смены и поедем на сборы в Подмосковье. Первая смена для тех, кто учится по четвертям, вторая смена для учащихся по триместрам. Сборы пройдут в парк-отеле «Горизонт», который находится под Звенигородом в Одинцовском районе. Нас будет ждать 25-метровый бассейн с сауной, питание по системе «Шведский стол», комфортные тренировочные залы, а также красивая и огражденная территория. Классные осенние каникулы обеспечены. Друзья, так как на наши сборы постоянно высокий спрос, рекомендую вам бронировать места заранее, для того, чтобы обеспечить классный досуг своему ребенку и свой отпуск. Переходите на наш сайт по ссылке в описании, где вы сможете посмотреть весь календарь сборов на 2025 год, как для детей, так и для взрослых. Ну а с вами был Ярослав. Желаю вам классного и продуктивного 2025 года. Всем пока!